Да-да-да-да-да. Добрый день, дорогие мои. Как у вас дела, как настроение? Воротничок поправим. Хорошее настроение, радость, благословение, благодарение. Кто-то меня спросил, почему я ношу крест. Я еще на этот вопрос не знаю ответа. Мне епископ один подарил крест, и вот я его и ношу. А почему ношу? Да я не знаю, почему ношу. Мне епископ Тищенко подарил. Вот, и он говорит, на тебе наш новопоколенский крест. Вот. Ты еще новопоколенский носишь. Я еще новопоколенский крест ношу. Вот. Пусть сейчас все там передернутся, кто не любит новое поколение. Мне все равно, любите вы или не любите, это ваше дело. Я Бога люблю. Так вот, дорогие мои, мир вам и благодать да умножится. Как вы услышали, я сегодня не один, кто-то здесь сбоку шепчется. Здравствуй, дорогой пастор Вадим. Приветствую, пастор Максим. Добрый день, вечер. Утро, вечер. Там я уже ночь вроде уже. Время суток. Всем огромных благословений, радости, мира. Очень приятно и ценно быть с вами в это время. Я надеюсь и верю, что это будет замечательное время для всех, для нас. Потому что Господь с нами, и мы будем... Ну, не знаю, как для них, а для нас это точно будет замечательное время. Для всех будет замечательное время. Хорошо, дорогие. Итак, сейчас обращаюсь ко всем, кто меня смотрит со спутников. Если вы меня смотрите со спутника, я хочу сказать мир вам. И у вас есть потрясающая возможность переключиться на интернет. Если вы это сделаете, я смогу увидеть, кто мне там пишет. Ну что, замечательный день, замечательное ожидание, замечательное предвкушение. Пусть Бог благословит вас. Еще раз благодарю всех тех, кто поддерживает нас и участвует в сборе на камеру. Всегда можно отличить те, которые просто слушатели забывчивые, и те, которые активные участники. Посмотрите там список людей, кто поучаствовал, и видно, одни слушают, другие участвует. И я благодарю Бога за делателей, а не деятелей. Благодарю Бога за тех, которые принимают активное участие. Хорошо! Ну что ж, сегодня у нас потрясающая тема. Давайте начнем с молитвы. Ожидаете ли вы благословения? Тема потрясающая. Я такое название дал. Как там название у меня звучит? Сейчас я даже его прочитаю. Я его там записал где-то сейчас на Фейсбуке. Одну секундочку, там как избавиться от наркомании? Вадим, как избавиться? Почему люди становятся наркоманами? Наркоманами, зависимыми. Как быть эффективным? Как жить полной жизнью? Как получить свободу от зависимостей? Вот такая тема. Это продолжение нашей темы. Это, кстати, четвертый урок эффективной христианской жизни. Почему такие вопросы как бы не в темные? Ведь вы же не наркоман. У всех есть зависимости. У тебя есть зависимость. Ты еще про это не знаешь? Мы тебе сейчас расскажем и поможем тебе победить эту зависимость. Или я не прав? Прав. Мы знаем того, кто освобождает и кто помогает нам освобождаться от этой зависимости. От какой? От любой. Замечательно. Нужно стать зависимым от него, и тогда ты освободишься. Нужно одну зависимость поменять на другую зависимость. Да. Вот, поменять одну зависимость на другую зависимость. Человек создан зависимо. Мы уже начали тему, давай помолимся. Давай помолимся, да, уже начинаем. Начинай молиться, пастор. Отец Бог, мы благословляем Твое святое имя в это утро, в этот день. Просим Твоего благословения на каждое сердце и на каждую жизнь. Я прошу Тебя, Отец, наполни каждое сердце своей любовью, своей милостью и благодатью. Господь, помоги нам познавать Твой путь. Помоги нам идти этим путем жизни, прославляя Твое великое святое имя. Я молю Тебя за каждого телезрителя, за каждого, кто смотрит сейчас Дом Веры. Прошу Тебя, оберегай и охраняй каждое сердце и каждую жизнь. И прибудь с нами в это время. И пусть имя Твое прославится на этом месте. Во имя Иисуса. Господь, я молю Тебя о благословении для каждого человека, кто сейчас в эфире находится. Я прошу, Боже, благословения. Пускай откроется слава Твоя, сила Твоя. Пускай откроются источники небесные. И Твое благословение пребудет с каждым человеком. Во имя Иисуса Христа благословляем вас именем Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Итак, я Максим Максимов, рядом со мной пастор Вадим Мартынов. И мы начинаем говорить о зависимости. Мы сказали первое, что у всех людей есть зависимости. Да. У тебя есть? Есть. Сейчас у меня она и была, и сейчас есть. Просто... А вот скажи, когда кушать хочется все время, это зависимость?
Прям все время хочется? Ну, не все время, но каждый день раза два-три хочется. Ну, я думаю, уже какая-то степень зависимости. Ну, как это же потребность или зависимость? Ну, знаешь как, есть потребность, но если ты эту потребность как-то не будешь вот контролировать, то это уже может перейти в зависимость. Один мне мужик сказал, говорит, у меня сексуальная потребность. Ну, у всех мужиков есть сексуальные потребности. И это что, нужно удовлетворять ее? Ну, с женой, да. А если... А если, тогда надо жениться. А если? Ну, надо жениться. Это абсолютно верно. Вы знаете, есть потребности, есть... Мы кушать хотим. Это нормальное состояние, мы хотим кушать. Но если ты постоянно хочешь кушать, ты уже перешел границу. Если ты... Вы знаете, есть сахарозависимость. Это очень большая зависимость. Наверное, самая сильная наркомания на сегодня – это зависимость от сахара. Попробуйте отключить сахар в своей жизни. Просто вот все сладкое. Кола содержащая, сахаросодержащая, торта содержащая, булочка сладкая. Вот избавьтесь. Вы увидите, как у вас начнут ломки. Реальные ломки. Зависимость есть. Вам вдруг сладенького чего-то захочется среди ночи. И вы поползете к холодильнику, хватая крем, хватая торты, сахар. Просто сахар в рот будете сыпать. Потому что вас подсадили на белую смерть сахар. Хорошо. Зависимости. Вот ты служишь в центре восстановления личности. Да. Приходят люди, которые... Которые что? Которые зависимы. Которые зависимы. Да. Как вы помогаете им? Я знаю, разные методы есть. Я слышал, что кто-то там наручниками прикалывает, ну, кто-то еще какие-то экстремальные вещи делает. Как вы служите людям? Наша практика служения людям заключается в следующем. Помочь людям, в первую очередь. У меня очень простая концепция. То есть мы четко понимаем, что мы творение, и у нас есть Творец. Угу. То есть мы начинаем с этого, что мы там не обезьяны, и все, что с этим связано. Мы созданы. И у нас есть Создатель. И основная наша задача – помочь творению встретиться со своим Творцом. Помочь тому человеку, который оказался в тупиковой для себя ситуации, пережить эту великую любовь и благодать Бога в своей жизни. Через собственные свидетельства, через ту славу, которую Бог являет в наших жизнях. Потому что очень огромная сила есть в свидетельстве. Когда ребята приходят и видят, что с ними общаются, их окружают те люди, которые точно так же когда-то были в той или иной зависимости, это что-то срабатывает. И потом уже мы начинаем строить свои отношения с Богом. И я всегда говорю, что по-настоящему человек становится свободным, когда он становится зависимым от своего Бога. То есть приходит... Человек создан вот с этой потребностью во взаимоотношениях и в зависимости. Ведь если посмотреть на Адама там в Эдеме, когда Бог его создал, он его создал для общения. То есть у Адама была эта некая потребность в общении, во взаимоотношениях. Что сделал дьявол? Дьявол украл и подменил вот эту потребность, которая была у Адама в общении с Богом. Он ее подменил на совсем другую какую-то потребность, которая привела к трагедии и к смерти. Что делает Бог? Он помогает нам открыть вот эту истину, что... Ты как человек нуждаешься в том, кто тебя создал. И когда человек возвращается, вот это вот исходное свое состояние, тогда и жизнь человека меняется. То есть человек переживает эту свободу, открывает для себя путь жизни и живет, уже испытывая эту потребность по Богу. Хорошо, значит, получается, что необходимо... То есть мы говорим о влиянии, правильно? Однозначно. То есть влияние окружающей среды на личность, формирование на личности. Вот я видел один фильм, знаешь, там в этом фильме про робота, я думаю, ты тоже его видел, про робота, да. Где авторы фильма сюжет такой сделали. Взяли, какой-то ученый создал робота, который мог программироваться, и он как ребенок впитывал, он изучал весь мир, как ребенок. Но у него процессы происходили так быстро, галопирующе. То есть ему не нужно было учиться ходить, но ему нужно было учиться понимать, как реагировать на этот мир. Он как был маленький испуганный ребенок, который не знал, что такое мир и что вокруг его окружает, и как он учился разговаривать, как он учился. И он оказался у бандитов, то есть у преступников фактически. И они его сразу же учили... Всему негативному. Да. Вот. Да. И вот ты знаешь, вот мне во время фильма показалось, как сильно они показали вот процесс
формирование личности. То есть, ну, как бы, типа, у робота появилась, ну, душа не душа, а личность. Да. И как бы эта личность... Способность воспринимать. То есть, он стал как бы впитывать, он стал способным, что-то видя, как-то к этому относиться и на это реагировать. И вот это вот окружение, которое его окружило, там, эти преступники, бандиты, которые преследовали цель, то есть... теми способностями, которые обладает этот робот, там, ограбить там, какой-то банк или конвой, что-то, там, да, еще конвой, что-то. Что-то украсть деньги. И они его стали, вот, помещая в эту среду, стали его делать подобным себе. А у него установка, что не нужно делать зло, не нужно убивать, не нужно там творить зло. И он, у него как бы установка, что это плохо. Да. И они ему стали хитрить, говорят, да ты не убиваешь их, они просто уснут. Угу. Они просто будут спать. Они заснут, когда ты в них попадешь. А, он подумал, это хорошо. И потом его испугали тем, что ты умрешь. Угу. Если ты не ограбишь этот, ты умрешь, потому что у тебя батарейка разрядится, да. А мы тебе не сможем купить новую батарейку. Никогда не увидишь свою маму, там, папу, они ему там так все. Да, да, да. И он такой испуганный, я не хочу умирать, я хочу жить. И вот они его как бы формировали в нем убеждение. Вы знаете, как интересно, у него вроде есть, что вот это зло, да, ему кто-то сказал. И он где-то поднимает, что вот это зло. А потом, как на личность, влияет окружение. И они все договорились его изменить, ему мышление, совесть, изменить, фактически повлиять. И вот мы увидели очень интересную вещь. Как формируется личность ребенка, как формируется личность человека. А как, все, многое зависит, я бы сказал, почти все зависит от того, что его окружает. Однозначно. Почти все зависит. С детства, в школе, в окружении, во дворе, соседи. Все, что окружает его, определяет его личность. Худые... Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Это написано 1 Коринфянам 15. Сейчас послушай, давайте на экран выведем. 1 Коринфянам, медленнее говори. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. 1 апостол Коринфянам 15:33. Апостол Павел очень четко, очень ясно и, на мой взгляд, очень лаконично делает свое заявление. Все, не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Вот с этого начинается. Многие люди хотят жить во лжи. Все, не обманывайтесь. Даже вот если ты вот взял, Максим, пример, вот этот фильм, который мне очень понравился, в тем, какая там была идея донесена, что ведь началось-то с того, что он, даже попав в эту среду, он сопротивлялся. То есть первая реакция его была. Ему говорят, вот нужно вот так сделать, нужно сделать зло. И он как бы, он еще, ну, до конца ничего не... Внутренняя какая-то у этого робота, казалось бы, там какая-то железяка. Но даже он по фильму как-то сопротивлялся. Да, а это будет правильно, а это... И методом убеждения, методом такого вот влияния на него. Да-да-да, будет правильно. Но реакция была отрицание. То есть первая реакция была отрицание. И это... Ну, модель, она до сих пор... У любого человека, кто подсел на наркотики, у любого человека, первая реакция — это отрицание. Никто не хочет... 100%. Во-первых, никто не хочет подсаживаться. Нет такого, что, вот знаешь, вот сижу я, что-то думаю, как бы мне что-нибудь вколоть в вену, а? Вот, Вадик, вот сижу и думаю, такого нет у человека. В смысле, прокалывать себя — это неестественная реакция. 100%. Это болезненная реакция. Как это себя проколоть? С какого перепуга я должен себе дырки там в теле делать? То есть это нехорошо. Первая реакция на сигареты. Любое вот это греховное проявление, организм, он защищается, он отрицает, он отвергает это, потому что он не создан для этого. Для него это шок. Для него это стресс. Спросите вот у любого человека, который связан так или иначе был с этим, он вам сразу скажет. Первая реакция была отторжение. Это рвота, это головокружение. Знаешь, что обычно происходит, отрицал. Когда дают первую сигарету пацану, и он вот так затягивается и начинает кашлять. Знаешь, что в этот момент происходит с окружающими? Все ржут. А ржут и ободряют. Давай, да. Давай, там, да. Ну, как все бы, ржут. То есть помогают тебе вокруг. Правильные... Если все скажут, ты кашляешь, тебе плохо, ужас, он бы бросил бы сразу же. А все ржут, среда начинает говорить, ты не смог, ты слабак, ты там, да. И пошло-поехало. Другими словами, окружение определяет, как будет формировано наше сознание, убеждение, наша совесть. Уснет она, не уснет, как она деградирует, деморализуется. Или... Это очень важно. Худые сообщества. Не обманывайтесь, не обманывайтесь. Угу. Худые сообщества развращают добрые нравы. Поверьте, еще есть такой, люди, когда говорят, не обманывайся. Да ничего страшного.
Ну, знаешь, ничего страшного. Один раз, ничего страшного. Я всего лишь один раз. Вот это да, вот. Да ничего страшного, я только кольнулся один раз. Да, вот с этого все начинается. Я чуть марихуану, просто... все курят марихуану. Да. Да ничего страшного, я чуть-чуть там выпью стопочку. Да ничего страшного. Да ничего страшного, что у меня друзья пиявки да лягушки. Ничего страшного. То есть, вот, ну как бы, да ладно, это не такая проблема. Не обманывайтесь! Да. Худые, поганые, дурные. Гневливые, злые. Как там написано, что ты можешь, общаешься, если со злым общаешься, как в Библии сказано, научишься злу. Если ты со злым водишься, то будешь злым. То есть зло на тебя перейдет, оно переходит на тебя. Общаешься с гневливым. Там, становишься гневливым, да. Да. И вот эта атмосфера, окружение формирует твои убеждения. Однозначно. У всех людей есть какая-то базовая закладка убеждений, что ну все нормально, нужно вот это, вот это, вот это. Но, когда мы говорим об убеждениях настоящих, твои личностные убеждения, мои убеждения как личности, я убежден в этом, в этом, в этом, они начинают размываться, и острые углы уходят. Вы знаете, когда стекло разбитое попадает в море, я был на Черном море, и там среди камней много стеклышек от бутылок. Ну, знаешь, пьянь кидает бутылки в море. Они разбиваются, и вот так волны их трут с камнями, с песком, они туда-сюда катаются, и это стекло становится круглым гладким. И гладким. Я тоже видел. Стирается, другими словами, стираются границы, остроты, то, что вроде резало раньше, теперь уже перестает резать. То, что тебя раньше беспокоило, теперь перестает беспокоить. Вот ты на весы встал, уже не двухзначное число, а трехзначное число. Вначале беспокоило, а потом булочкой заел кругленькой, и уже вообще острых углов не осталось. Такой кругленький. Я не смог пройти мимо этого. То есть обкатанный, так уже острого ничего не осталось. Ну что ж, и Бог и толстых любит. Что-то мне в эту тему пошло, даже не смог, не удержался. Хорошо. Итак, худые сообщества, плохие компании, хорошие компании. Мы говорим об эффективной жизни христианина. Хотите... чтобы ваша жизнь состоялась, начните чистить ваше окружение. Знаешь, я иногда думаю, что лучше быть тихоней одиночкой, чем быть таким со всеми и обманываться, и со всеми дружить. Да ладно, они не такие плохие, да ладно, они плохие. Максим, апостол... вернее, Давид в первом псалме нас предупреждает очень четко. И мы вчера, кстати, на эту тему говорили. Да, меня не было, я спал. Говорили, что не ходи. Не стой, не сиди. Три вот основных состояния, которые так или иначе человек переживает. Да, либо он куда-то ходит, либо он где-то стоит, либо он с кем-то сидит. Поэтому нам нужно быть очень внимательными с тем, куда мы ходим, с тем, где мы стоим и где мы сидим. Потому что есть, опять же, вот этот момент соблазна и обмана. Ой, я немножко постою. Ой, я посижу за столом. Я пить не буду. Я сколько раз вот эту картинку мне приходилось переживать. Ой, меня пригласили. Там наши такие друзья. Ой, там такие, как бы, я не могу не пойти. Я вот просто посижу. Я вот просто пить не буду. Они будут все водку пить, а я с ними водичку буду поднимать. И, ну, конечно, мне бы очень хотелось, что дай Бог, чтобы человек как-то смог вот сохранить вот эту верность и вот эту твердость. Но, к сожалению, иногда там смотришь ой, немножко, а вам же можно немножко вина, а вам же можно пиво безалкогольного. Знаешь, Максим, я заметил... Вот это безалкогольное такую, пиво. Можно я чуть-чуть про безалкогольное пиво? Я заметил вот такую интересную вообще уловку дьявола, которую он проявляет, особенно вот на практике служения. Когда вот, ну, наши ребята уже прошли, уже живут, уже как-то жизнь наладилась, все в порядке. И есть, ну, как бы вот этот вот соблазн немножко, как будто бы вот, ну, расслабиться. Но они понимают, что алкоголь в чистом виде, это, конечно же, зло, но есть как бы такая замена ему. Безалкогольное пиво. И человек как-то вот, ну, пытается себя утешить тем, что, ну, оно же безалкогольное, оно же как бы не несет никакой в себе вот злой нагрузки. Вся трагедия в том, что человек начинает с безалкогольного, а заканчивает, к сожалению, очень и очень алкогольным. Печально. Алкогольным. Знаете, все начинается вот с самого компромисса. Мне говорят, ну что ты вот там какой-то... Я просто хочу сказать, дорогие мои,
все начинается с таких простых вещей, самообман. Когда вы сами себя обманываете, когда вы сами себя настраиваете, когда вы сами себя убеждаете, что да ничего страшного, это называется самообман. Себя обманывать. Не обманывайте себя. Не обманывайте себя. Если вы себя обманываете, вы говорите, у меня все получится, я преодолею, я выдержу, я не такой слабак, как остальные. Вы знаете, вот этот вопрос, я не такой слабак, как остальные, очень четко говорит, ты слабак, да. И толпа тебя подавит и раздавит. Вот, толпа тебя подавит, раздавит. Я тебе должен стул помочь поднять. Привстань. Вот так. Раз, вот, отлично. Все, теперь мы наравне. А то мне показывают, что ты ниже меня. Я думаю, что ты такой низенький стал. Итак, видишь, как влияние. Вот ты ниже сидел, теперь ты уже раз подтянулся на новый уровень. Если вы с хорошими людьми начинаете водиться, вы хотите подтянуться на хороший уровень. Однозначно. То есть есть люди, которые тебя тянут вниз, да. Есть люди, которые тебя тянут вверх. 100%. Мне так нравится, как Христос сказал, следуй за мной. Да. То есть есть что-то уникальное. Я помню, знаешь, Максим, как ты однажды проповедовал и сказал очень сильную мысль, она меня зацепила, когда, помнишь, как раз Пасха, ученики должны были приготовить Пасху, и Иисус им сказал место, и он сказал, когда выйдете на дорогу, увидите человека с кувшином воды. Угу. То есть так важно, последуйте за ним. То есть так важно, чтобы в нашей жизни был человек, наполненным чем-то живым, чем-то настоящим, чем-то ценным, чем-то важным, для того, чтобы эта жизнь стала частью нашей жизни. Поэтому, пользуясь случаем... Посмотри, с каким кувшином ходит человек, за которым ты следуешь. 100%. Там вино, там что находится? Праздность, суета или там есть вода жизни? Мы не можем быть пустыми. То есть мы так или иначе чем-то наполнены. То есть кто-то водой жизни, кто-то там еще чем-то. То есть так или иначе мы созданы, и мы имеем какое-то внутри себя, вот полноту какую-то. Вопрос в том только, что мы выбираем, за кем нам идти и какой для себя избрать путь. Вы знаете, окружение. Вот Вадим правильно упомянул Псалом 1. Вообще два псалма, 1 и 100 псалом, связаны с окружением. Да. Первый псалом Давид говорит, не ходите на совет, не стойте на путях. Я ничего не делаю, я просто стою. Ты делаешь, ты стоишь. Стоять – это глагол, что делать? Стоять. Отвечает на вопрос, что делать. Ты стоишь. Я просто стою, ты не просто стоишь. Ты учишься путям нечестивых, когда мимо тебя постоянно проходят нечестивые, как стадо баранов, ты постепенно перейдешь на их путь. Если просто даже смотришь со стороны, ты научишься их путям. Каждому пути можно учиться. Если вы придете к какому-то человеку, вы учитесь его путям. Где он ходит, где он деньги берет, где он кушает, где он отдыхает, где он рыбачит, где вы учитесь его путям. Я, например, в рыбалке ничего не понимаю, но один мужик меня здесь пригласил. Ты, кстати, тоже там участником этого был, рыбачьей эпопеи. И вот мы пошли на рыбалку, и мы уже раз как-то научились. Ага, вот там лодки сгружают в море. Ага, я уже запомнил. Я не знал. А я говорю, а где еще сгружают? Еще вон там сгружают. Окей, здесь паркуют машину. А сколько стоит парковка? Бесплатно. Ага. Здесь выплывают, здесь едут, вот сюда плыть можно, вот сюда плыть нельзя. На море, оказывается, буйки есть. Там водоросли. Там, да. Помнишь, водоросли мы заплыли, в водорослях не надо плыть. Вот туда надо, туда не надо. И то есть, как бы, знаешь, я смотрю и думаю, нужно учиться путям жизни. То есть, если мы научимся путям жизни, тогда мы сможем добиться. Он меня уже научил своему пути. Да. Он научил нас, как правильно глубину мерить, что здесь вот на такую глубину опускайте, здесь на такую, здесь так себя видите, здесь подсекайте, здесь тяните. То есть за короткий отрезок времени мы уже какие-то азы... Даже такой момент, как бы элементарный, в небольшой лодке, как ты по-маленькому хочешь сходить, и у нас возникла там ситуация, и говорит, а как это делать? Даже там нас научили. И там как-то неудобно было. Он говорит, самое главное, чтобы ветер был со спины. Вот. И он даже продемонстрировал, как это делать. Наглядно. Говорит, да вот так, ты удочку держишь, а вот это вот так делать. И он нам показывал, мы как-то стеснялись, а он нам показал свои пути, что, оказывается, этого стесняться в море не надо. Я не стал спрашивать, что делать, если
если ты хочешь по-большому в туалет. Это следующий урок будет. Это был следующий уровень. Он не стал демонстрировать. И я даже не знаю, даже предположить не могу. Поэтому я сказал Вадиму перед выходом: Вадим, нужно в туалет идти и все, что нужно сделать, сделать. Чтобы ничего не случилось там в дороге. Да. И видите, он учил нас своим путям. Все люди учат своим путям. Почему вы здесь в Доме Веры? Зачем? Что вы здесь делаете? Я учу вас своими путями. То есть показываю вам свои пути, и вы постепенно выравниваете свою жизнь. Ага, вы смотрите, как реагировать на проблемы, как реагировать на эту. Мы все друг друга учим своим путям. Иногда у нас есть плохие ошибки, как я вчера рассказывал, как меня вдруг сказали, встань сзади этой машины и ему дальним светом посвети. И как этот там чуть ли аварию не сделал. На ровном месте. Мне тоже путям учили? Ты же участвовал в этом всем событии. Я был участником этого. Это просто все так быстро. Я взрослый мужик, за 3 минуты меня сломал гость и сказал, ты его проучи, покажи ему, встань сзади него, подсвети ему за то, что он тебе светит. И там началось... Меня удивило, как ты послушно это сделал. Да, я как-то думал, подумал, как-то раз и сделал. А потом думаю, зачем я это делаю? Зачем это сейчас гонки какие-то устраивать и все остальное? И я подумаю, вот надо же, вот просто элементарно. Я взрослый мужик, и вдруг меня кто-то уже начинает учить своим путям. Потому что для того человека такие проучения каждый раз на дороге, он выезжает и всех учит, проучает. Угу. Ну, нормально. Точно так же его потом проучают. Да. То есть там начинается... Закон сеяния и жатвы, да. Бог его не отменял. Я сказал, не-не-не, это не мой путь. Я сказал, Господи, это не мой путь. Я спокойненько за бабушкой встал, там, тот джип еще что-то пытался там вызывать, там, знаешь, как, ну, покажи, что ты мужик или нет. Я не мужик, я водитель, я спокойно еду, как бабушка. Тихенько, не хочу я никаких экстримов на дороге. Особенно учитывая, что в Америке у каждого второго есть пистолет в машине. Это да. Вот. Хорошо, Псалом 100. Псалом 100 говорит о... окружении. Открываю, у тебя псалом 100 есть? Конечно. Потрясающе. Это, наверное, топовый псалом по среде обитания. Как сформировать среду обитания? Давайте, пока нас ищут псалом, я посчитаю, что здесь у нас пишут люди. Вадим стал увереннее, больше улыбается. Яна из Москвы пишет. Так, слава Господу за пасторов. Слава Господу за пасторов, которые проповедуют о путях. Максим без комплексов молодец. О-о. Видишь, как Вадим. Я уже привычен. Вадим еще пару раз и уже все. Сейчас научится. Александр с Иркутска улыбается. Все улыбаются. Пастору Вадиму очень хорошо с щетиной. Очень красиво. Катя из Эстонии пишет тебе. Вот как. Так, Татьяна. Я часто молюсь первым псалом. Отлично, Татьяна, молодец. Ну что ж, люди пишут разные сообщения, я сейчас не могу все просчитать. Итак, дорогие, Псалом 100, открыли или нет? Давайте Псалом 100, и Яна пишет, вас можно слушать и слушать. 100 Псалом. Милость и суд буду петь тебе, Господи. Буду петь. Он такой, раз, такой. Так, милость и суд буду петь тебе, Господи. Посидел, все, буду петь. Буду петь, иначе. Буду размышлять, вот эта его песня, о пути непорочном. Буду думать, как жить непорочно. Вот, он, вот это установочный стих. Буду думать, какой путь непорочный. В чем заключается непорочность пути? Весь дальше, послушайте меня, дорогие мои. Весь дальше псалом говорит о размышлении пути непорочном. Он все оставшееся псалом, он говорит, как о пути. Я буду размышлять о пути непорочном и буду ходить непорочности моего сердца посреди дома моего. Угу. То есть в моей среде обитания. Итак, поехали. Первое. Не положу перед глазами моими вещи непотребные. Вещи непотребные. Все начинается с глаз. Ну, на что мы смотрим? Зырку, все. Следи за зыркой. Отлично. Следи за зыркой, смотри, куда... Пялишься. На что пялятся глаза твои? На что люди пялятся? На что попало? На что попало? Ну, у кого-то на что попало, у кого-то на что хорошее. Слово кто-то посмотрите. В слове пребывает, кто-то там не поймешь, на куда на смотрит. Что ты смотришь? На что ты смотришь, когда, куда направлен взгляд твой?
не положу вещи, не положу. Во-первых, он говорит, куда смотрит? Мы 90% информации получаем через зрение. Да. Нужно отключить ненужную информацию. Дальше. Дело преступное. Я ненавижу. Ну как не громче как-то там. Дело преступное, я ненавижу. Я бы вот так сказал. Дело преступное, я ненавижу! А я бы не стал, потому что он так, дело преступное. Ну, да. Это очень, ненависть, это очень сложное, такое тяжелое слово. Слушай, он употребляет такое интересное слово, да. Ненависть. То есть то, что тебе противно, то, что ты вот просто не желаешь вообще никак с этим сближаться. То, что, вот сейчас включите в эту камеру, пожалуйста. То, что в людях вызывает... Это негативная эмоция. Это негативная. Негативная эмоция. Любое преступное дело... Оно даже не рассматривается. Да. То есть он даже у него мысли нету, что... О, слушай, он его включает... Вот... Хотя бы изучить, хотя бы приблизиться. У него блокировка сразу. Я ненавижу. Да. Все. У него сразу же... Дело преступное я ненавижу! Я представляю, как он здесь вот... Одно дело ненависть, оно даже не прилепится ко мне. Угу. Знаешь, преступные дела, они вот так любят прилипать. Оно раз прилипалось, вот как козявка, как лист банный, как какая-нибудь таракашка. Оно так раз зацепилось на тебя. А грязь, она прилипается, знаешь, прилипла грязь. Ты идешь по дороге, раз тебе к ногам грязь. Вот оно прилипает к тебе. Оно вот так пытается раз приклеиться, вот так, ну что ты приклеишь? Ненавязчиво как-то да. Так. Да, оно не начинает, оно не говорит, я преступное дело, возьми меня. Нет, вот так. Ну чего ты, это не совсем преступное. Да. Можно я посижу немножко здесь, я так? Я мешать не буду. Помнишь, как Бог Каину говорит? Да. Говорит, а чего глаза твои не поднимаешь? Значит, грех у дверей лежит, да. Но ты, Господь, и он тянет тебя, влечет тебя. Вот тянет тебя, притягивает твой взгляд. Грех лежит, прилипало. Угу. Грех прилипает, и оно не прилепится ко мне. И дальше он начинает радикальные шаги. Послушаем сейчас, дорогие. Идем дальше. Стих четвертый. Четвертый стих. Сердце развращенное будет удалено. Смотрите, он ненавижу, не прилепится, удалено. Сердце развращенное. Кто, что значит сердце развращенное? Есть очень много людей, которые, таких у них пошлые шуточки, такие пошленькие шуточки, они такие развратные. Ой, да-да-да, вот такое. Удалено. Злого я не буду знать. Удалите всех злых из списка ваших телефонов, заблокируйте их номера. Не буду знать. Угу. Если человек реагирует по-злобному. Игнор. Полный игнор. Не буду, я не знаю его. Ну как, мы же друзья, я тебя не знаю, все. Злого не буду знать. Вообще, слушай, эту тему нужно продолжить завтра. Да. Очень потрясающе. На самом интересном месте. Я чувствую сейчас, мы должны прямо завтра с этого стиха начать и просто его расковырять. Я сейчас дочитаю до конца, а завтра будем разбирать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого отчаяния и надменного сердца не потерплю. Не потерплю! Изгоню! Глаза мои... направлены на верных земли, чтобы они были рядом со мною. Кто ходит путем непорочным, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, говорящий ложь, не останется. Он такой лживый, такой подхалимаш, не останется перед глазами моими. Восьмой стих, радикальный. С раннего утра. Ой-ой-ой. Буду истреблять всех нечестивцев земли. Ну, это царь, видишь, он так может так делать. Дабы искоренить из города Господня всех делающих беззаконие. Потрясающе. Сильный псалом. Завтра мы будем продолжать, и мы зацепимся за него. Мы продолжаем нашу тему «Эффективная жизнь христианина». Итак, Вадим, человек попадает в зависимости из-за... Окружение. Окружение. Человек выходит из зависимости. Из-за окружения. Что бы ты сказал об окружении? В конце уже остаются последние минуты. Как вот люди сейчас сидят, и у них, вот, например, есть окружение, половина окружения вроде более-менее, а вторая половина, что попало? Будьте очень внимательными, будьте осторожными. Пусть Бог даст мудрости, пусть Бог даст благодати своей. Окружить себя теми людьми, которые несут жизнь. И что немаловажно, стать тем человеком, который несет жизнь. То есть очень важно понимать, что не только быть
качестве потребителя, но быть и в качестве даятеля. Быть этим светом этому миру, быть солью этой земли, нести этот свет жизни в этот погибающий мир и стараться, конечно же, окружать себя людьми, которые тебя поднимают, которые тебя вдохновляют, на которых ты можешь равняться, которые несут этот кувшин воды, и ты понимаешь, что это важный момент в твоей жизни. Аминь. Драгоценные, сегодня с вами был Максим Максимов и Вадим Мартынов. Мы молимся за вас и благословляем именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Да, Господь. Да направит вас Господь, Иисус, да укрепит вас Господь, да защитит вас Господь, да совершит Господь Аллилуйя, чудеса Господь, вашей жизни, да откроет окна небесные, Иисус, да зальет на вас до избытка. Благословляем вас, Господь. Чтобы ваше окружение было полное света, жизни, чтобы окружение, которое влияет на вас, оно было благословенно. Да, и чтобы все нечестивцы, все о, были удалены из вашего окружения, но чтобы вы на них влияли и меняли их среду обитания. Да, во имя Иисуса. Господь, будьте благословенны. Будьте благословенны. Аминь. Аминь. Знаете, когда мы говорим об окружении, часто бывает окружение негативное перетягивает святых. Но нам нужно сделать так, чтобы святые перетягивали негативных и делали их святыми. Поэтому нам нужна церковь, нам нужно общение. Поэтому нам нужен дом веры. И у нас в доме веры уже многие подружились и уже как одна команда. У нас последние 60 секунд. Я хочу сказать спасибо вам, благословение вам. Да пребудет с вами Господь, дорогие мои. Пребудет с вами Господь. Благодарю всех за партнерство, за участие, за то, что вы поддерживаете нас. Благодарю вас за то, что вы не просто равнодушные слушатели, которые так говорят, ну классно, молодец, но активные участники дела Божьего. Если вы потребляете здесь слово, вы не должны здесь останавливать, и нужно вложить и благословить. Вы можете поддержать нас приобретением камеры, поддержите, я буду очень благодарен каждому из вас. Участвуйте, ваши десятинные приношения помогут нам сделать очень много для Христа. Хранит вас Господь, цените друг друга. Завтра в это же время мы встречаемся. Все дни, кроме субботы и понедельника, мы встречаемся здесь. И благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь. Люблю и ценю. Вадим, спасибо тебе за участие. Спасибо тебе, Максим, за эту возможность быть в этом замечательном общении. Пусть Бог благословит вас. Благословение вам. Всем пока. Пока. С Богом. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим CNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.